куда-то направились. Все, мы поехали. В далекие края. В отпуск поехали. Наконец-то нам дали отпуск за 7 лет. Вот нам уже. Первый раз поехали в далекое путешествие, ну как нам кажется, трое суток в одну сторону, трое суток в другую. Вот тут у нас все, весь наш молодой состав, вообще первый раз в жизни едет в такое путешествие. Сейчас уже, правда, видите, уже 12 час вечера, как бы ночи уже, будут уже час уже, этим тоже уже спать надо. Мы сейчас все тут обработаем. Вот, разделим и ляжем спать. А завтрашнее утро начнем показывать наше путешествие. Где мы едем, что мы делаем. Ну что, мы рады. Так что... Куда собрались? А вот куда собрались, мы скажем позже. Мы будем, ну, как бы потихонечку показывать, чтобы это было, ну, как бы таким сюрпризом, чтобы это было интересно. Потому что после поезда нам еще придется ехать на машине еще какое-то время там. Вот. Все, оставайтесь с нами. До новых встреч, в общем. Влажную уборку спиртовую. Дезинфекция спиртом. Чтобы никакая болячка. А что его не закрыли? Ну, собственно, и не потому, что какая-то болячка. Наша мама всегда так делала, когда мы ездили в нашем детстве в дальнее путешествие. Доброе утро. Мы тут пытаемся на нашу приготовить завтрак. Какое же путешествие без заловных таких штучек, там всяких дошираков. Поэтому это классика жанра. Пытаюсь тут намешать, но правда поезд это трясет немножко. Сейчас вот пока всем намешаешь, уже обед придет. Уже надо будет обед готовить. Она еще прилипает. Значит, очень хороший момент, когда много народу. Мы взяли термос пустой. Я пошел в термос, кипятка налил. Вот, и уже с него разливаю. Это очень удобно. Вот такой небольшой, как бы, лайфхак, что ли. Сейчас все нарежем, запарим и будем трапезничать. Вот скорость, смотри, как поезд быстро разогнался. Мы едем сейчас по Новосибирской области, по краюшку, до станции Татарской, до первой крупной станции. Так, что ж, путешествие продолжается. Мы уже посмотрели, где мы находимся. Вот, по времени. У нас карта есть, потом карту покажем обязательно. Пока природа ничем не отличается от нашей. Такие же колки, такие же степи. Ну, собственно. Вон пока... озера там. Ну, там, да, вот кое-где так озера попадаются. Но пока, в общем, все. Все как у нас. Считай, что мы в Путилаевке яйца положили. Конечно. Ну ладно. До новых встреч. Ну, мы здесь. Ну что, смотрим тут. У нас карта России огромная. Кстати, я думал, что... Ну, я же давно в поездах не ездил. Думал, что это я вот так вот сюда ее... приклею, а потом видишь, тут все, смотрю, тут эти мягкие сидушечки, в общем, приклеивать некуда.
Итак, значит, где мы едем? Вот он, Барнаул, ну, то есть это Алтайский край. Вот мы выехали за Алтайский край, и мы сейчас едем по Новосибирской области. Мы сейчас едем между Купино и Татарском. Вот где-то нам осталось час до Татарска ехать. Вот еще один полезный совет, ну, чтобы было интересно, надо вот, короче, брать с собой карту. Может быть, чуть поменьше, не знаю, она у меня такая большая. Даже тут немножко с Европой. Вот. Ну, в принципе, можно и такую. Или вот тут вот эти знаки, как бы где-то без них. Ну, хотя тут вот обозначение тут написано. Вот. Все, и сейчас мы будем так постоянно смотреть. Потом после крупной Татарской следующий у нас Калачинск крупный, ну и Омск. Омск тоже там. Вот. Это вот мы проедем тут совсем немножко, да, получается. А вот представляете, если, например, отсюда ехать, например, где вот у нас Владивосток, вот он. Вот смотри, это ой-ой-ой, это сколько, как долго ехать. Где вот она, железная дорога, она, вот она. Байкал огибает вот так вот. Как это, несколько дней ехать. Невероятное путешествие. И тут столько территории прям, надо же. Поэтому от одного края до другого не счесть километры, как в песне поется. Так что вот так вот. Мы периодически поглядываем. Ну, тут крестики не будем ставить, портить карту. Чтобы потом домой приедем, можем на стену повешать ее, погладить. А пока это наш путеводитель, так скажем. Ну что, все. Стоим тут на какой-то очередной станции. Природа пока такая же, как у нас, собственно, ничем не отличается. Поля, колки, те же цветочки, камыши, какие-то болотца небольшие, там утки плавают. А вон даже вон, у людей уже сено вот собрали. И что интересно, ну, связь как-то.